коротко о главном. Новая неделя, новый фильм. Смотрите экранизацию знаменитого романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Волонтерство. Ребята из волонтерского отряда «Доброе сердце» приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам за Кубок района Матушкина в качестве волонтеров. Интересны будни наших дошколят. Веселая физкультура, яркие снегири, путешествия в Африку, разноцветные вертолеты и модная одежда. Дошколятам некогда скучать. Насколько безопасен интернет? Кадеты школы приняли участие в беседе «Как не стать жертвой киберпреступников» на кафедре права МИЭД. Фестиваль науки. Ученики нашей школы вышли в финал конкурса «История моей семьи в истории России». Будьте в теме, оставайтесь с нами.